и отношение к театру особенно, так как это купеческий город, поэтому публика здесь особенно избирательна. Первый фестиваль прошел в 2013 году. С каждым годом самарцы с удовольствием его посещают и каждый раз открывают для себя что-то новое. Так в этом году нас у зрителей представят 16 постановок, а оценивать их будут ведущие театральные критики страны. Задумал провести такой фестиваль на самарской земле Дмитрий Азаров совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации, еще когда возглавлял городскую администрацию и ассоциацию городов Поволжья. Театральный праздник проходит раз в два года и всегда собирает аншлаг. Это единственный фестиваль в Приволжском федеральном округе, который объединяет профессиональные театральные коллективы. Я сегодня хочу пожелать абсолютно всем участникам этого фестиваля, которые будут выходить на сцену, получить заслуженные овации зрителей, зарядиться зрительской любовью для новых творческих успехов. В театре надо спорить, надо восхищаться, надо ругаться. Единственное, театр не может оставлять равнодушным. Если спектакль оставляет равнодушным, вот это наша грусть. Но не в этот раз. Если и грусть, то лишь как эмоция, вызванная тонкой игрой артистов на сцене. Открыл фестиваль спектакль «Саня, Ваня, сними Римас» Тольяттинского театра «Колесо». Артисты на протяжении двух лет просили художественного руководителя поставить эту историю на сцене. Действие происходит в русской деревне в начале войны, когда она еще не воспринималась всерьез, а в душе жила надежда, что это ненадолго. Может, не докатится до нас войну-то. Ну, вообще-то раньше-то это как-то. На сцене целый спектр эмоций, от радости и простого человеческого счастья до трагедии. Но единственное, что постоянно, это вера в себя, близкого и свою родину. Разрешите убить этого фашиста Грёва! Давай, Иван Павлович. Театральная накроет город с головой. Всю неделю постановки будут показывать российские и зарубежные театры. В конкурсной программе 14 спектаклей. Еще два покажут гостевые театры из Читы и Штутгарда. Мария Левина, Николай Епифанов. События.